Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Филипп, мне 7 лет. Я учусь в музыкальной школе, я там играю на барабанах и в хоре. Еще я занимаюсь рисованием, плаванием и коньками, и актерским мастерством. Еще я занимался в проекте «Золотая рыбка». Там мальчик хотел получить велосипед от золотой рыбки и не получил, потому что родители ее съели. Еще я снимался в проекте «Струны». Там мальчик играл на скрипке, и ему сказали, что в скрипке живет маленький человечек. Он сломал скрипку, а человечка не было. Теперь я хочу, чтобы у меня были большие проекты. Я хочу, чтобы эта мечта сбылась. Всем пока!